На работу метеоролога у понижения температуры ніякого уплыву не оказало. Як и ранее, кожные 3 часа специалисты сдымают замеры, зусталяванные на специальной пляцовце аппаратуры. Уже праз некалькі хвилин яе накируют у белорусский гидрометеоцентр и разместят у сетцы международного метеорологичного обмену. У целом температура у гэтым месяце была прикладно на 10 градусов теплей за климатичную норму. 6 студеня похолодая. Температура по ветра шакается у межах 13-18 градусов морозу. На большей части территории в области снег, а лето краткочасовый. 7 января на Рождество в отдельных районах области пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха в течение суток – -15, -21 градус. Кстати, самое холодное Рождество в Гомеле было в 2003 году. Температура воздуха ночью опустилась до -28 градусов. До надыходу холодов сегодня готовы не только синоптики, але и медики. За холодный период минулого года у опековое отделение 1-й Гомельской городской больницы трапили 19 человек, причем некоторым спотребилась ампутация. В группе рызыки люди без певного места жыхарства, состарелые, дети, рыбаки и паляўнічыя. Хоть это не значит, что на здоровье інших моцные морозы уплыву не окажут, а тому ведать правила первой допомоги никому не перешкодить. При появлении первых симптомов отморожения на что могут указывать? Появление онемения в конечностях, появление бледной окраски кожных покровов, нарушение подвижности рук-ног, а в более поздние периоды появления пузырей и появления темных пятен на коже необходимо немедленно обратиться к врачу. В порядке самопомощи можно произвести согревание сухим теплом, то есть человек, который подвергся воздействию низких температур, должен по возможности быстрее согреться, принять внутрь горячие напитки, чай или бульон. Употребление спиртных напитков вызывает чувство временного комфорта, но способствует наступлению более быстрого переохлаждения. Медики так само не выключают, что перепады температур могут отбиться на здоровье метеозалежных людей. Правда, меньшим простыдень на Гомельщине снова потеплее. Первая половина следующей недели будет морозной. Температурный фон составит -13, -18 градусов, при прояснениях до -20. Но ослабление морозов будем ожидать к 11 января, к середине следующей недели. Олег Сентеров, Дмитрий Котов, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».